и третьими едут фиксы. Старайтесь как минимум не скидить. Скидывайте скорость, но без скида, потому что сзади вас тоже могут быть участники, которые просто не успеют отреагировать. 3, 2, 1. Это вам не шахматы. Это не шахматы, нихуя. Эх, блядь. Вот лидер гонки, номер 56. Да он не пойдет, не пойдет. Нормально, нормально. Андрюха лучший. Да, поэтому те, кто там шоссе крутил и мастер, все, в принципе, тоже приезжайте, мы всегда всем рады. Всем спасибо, сезон открыт. Это руль. Обычный алюминиевый. Ширина 620. Сейчас я вену вскрою скорее, чем открою это. Сука, наконец-то. Вместо биты можно использовать тут. Ну, сука, блядь. На. Обзор закончен. Спасибо за просмотр. А еще можно делать вот так. Подход лежачим для тренировок нам топожится угол наклона 30. Я хочу себе это седло, оно должно быть нормальное, комфортное, но там для письки женской. Как бы, знаешь, написано женское, типа, может, сейчас толерантная вся хуйня это. И они такие, блин, мы сейчас отменим, нас засудят. Тоже как бы женское, по сути, женщина с членом, да, то же самое. Это можно и к мужчине отнести. Пацаны, вот он, руль стоит благополучно. Как я его поставил, он мне сразу понравился. И грипсы тоже заебатые. Все перекрыто просто. Не знаю, что-нибудь пизданут мне или нет. Вообще нихуя не говорят. Все в воде, все брызжет. Я один еду, дорога моя. Братан, вот тебе тротуар, чувак. Место мало. Просто охуенно. Король дороги. Царь во дворца, царь во дворца. Выгуливаю цепь. Блять, палец. 44 зуба должно быть. Если меня наебали, я приеду к этому китайцу. Бля, какие шутки дебильные, не смешные. 44Т-130. Я надеюсь, что все будет клево и подойдет. Как крутые пацки можно вот так вообще носить. Это че, я уже заляпал? Пиздец. Руки жирные, говна. Да нет, это... Этого не может быть. Ну ладно. Ну вот такая звезда, в общем. Звездочка красивая. Бля, ну все, ебать, что еще мы. Всеми любимое место. Сегодня 9 мая. И у нас итоги по байку. Такой байк-чек, скажем так. Соотношение 44 на 15. Цепка была сначала короткая. Второй раз, когда я начал ставить, она встала нормально. Ремни, стрепы, называйте как хотите. Про катафоту кто-то что-то пизданет, ебал разобью. Ночью видно. Разъебался я несколько раз с этими ремнями уже. Ну, именно я не знаю, как банни-хоп делать. Крутятся постоянно ноги. Непривычно было, то есть я забыл, что ноги закреплены, плюс постоянно крутятся, там был лежачий. Короче, я как-то распидорасил, а в итоге я не понял, как, и улетел нахуй на лужайку. И хорошо, что не под колеса, потому что там слева машина была. Тормоз оставил я передний. Я не стал выебываться. Нахуй оно мне не надо, пусть лучше стоит. Не пиля. Не пиля ебучие, которые все снимают, я не знаю, зачем их снимать. То есть вот такой вил, я не знаю, что здесь поменять можно будет. А покрышки я взял 25-й, но пока их не ставил еще. Бля, ну заебись, мне нравится. То есть контакты, хуякты всякие, это потом. Нахуй нам не надо. Пусть топталочки стоят такие, да и все. Тулки, Новатек. Короче, руль за 800 рублей, который на Озоне заказал. Но мне он нравится. Могу сказать, что их порву нахуй в скором времени. И боюсь, они долго не протянут. Но самое интересное будет, если бы я буду без тормозов, и они порвутся. Не, ну можно ногами вот так захуярить, конечно. Все разлетается. Посмотрите на куски подошвы.
Думаю, если так часто тормозить, то тапкам настанет пизда за недельку. Это еще облегченный Венс. Подошва легкая и настирается вообще. Ну вообще, как я думаю, фикс покупают. К нему приходят вообще какие-то ненормальные люди, поехавшие. Ну, например, как я, в принципе. Тобо насмотрятся. И потом, как долбоебы, вот так катаются. На самом деле это пиздец. Покатался уже какое-то время. В принципе, я понял для себя, что это. Фикс, прикольная штука, но не для каждого. То есть не всем это подойдет, но забавно. Забавная хуйня.